Будущие инженеры, учителя, врачи, а быть может, журналисты. Дошколятам пока еще рано определяться с выбором будущей профессии. Но вот узнать о ней можно и сейчас. Во время экскурсии сотрудники СТВ рассказали ребятам, кто работает на телевидении, чем занимаются и что нужно, чтобы стать оператором, корреспондентом, монтажером или ведущим. А еще дошколята узнали, что такое хромакей, зачем перед записью хлопать в ладоши и для чего оператору белый лист А4. Во время экскурсии дети смогли окунуться в загадочный мир телевидения, невидимый для зрителя. Ну и, конечно же, ребята с удовольствием фотографировались на память за стойкой записи новостей.